Подопечные Дмитрия Парфенова сегодня проведут первый товарищеский матч против Дзержинского «Химика». Контрольный матч получился с обилием моментов. Соперник очень много играл в низком блоке. То есть, по сути, так постепенное нападение мы отрабатывали. Понравились моменты, да. Пропущенный мяч, ну, небольшая ошибка есть. Надо поправлять здесь момент просто концентрации. Подготовка идет, важно, чтобы все живы и здоровы были. Есть объем, который нужно сделать, и есть технико-тактические моменты, которые были как раз важно было в игре их перенести, то, что мы делали на тренировках.